Представьте, друзья, у меня уже второй раз кто-то загрыз овцу. Самое главное, что осенью буквально в 50 метрах отсюда, то есть это поле, это вот тут большая очень территория, в 50 метрах отсюда, то есть первую овцу у меня кто-то загрыз. Вообще. Вообще понятия не имею, кто это мог сделать вообще. Но явно это какие-то звери. То есть. И главное, в одном и том же месте. Надо думать над этим.